Мой прадед, Львов Александр Петрович, был призван на фронт 2 декабря 1941 года. Служил в артиллерийских войсках в должности командира расчета. С декабря 1941 года по май 1943 года воевал на Калининском фронте, а с апреля 1944 года на Белорусском фронте. Александр Петрович был из числа тех немногих, кому выпала честь водрузить Знамя Победы над Берлином. Львов Александр Петрович. Из наградного листа. Старший сержант Львов Александр Петрович, работая командиром расчета, при выполнении боевых работ по прикрытию дымом железнодорожного моста на реке Случ и переправах на реке Висла и Одер, принял активное участие в 13 боевых работах. Сам старший сержант Львов храбр и отважен, несмотря на разрывы вражеских бомб вблизи, безотлучно находился на своем посту на переправе через реку Одер в районе города Лябус. Район, где должна быть точка старшего сержанта Львова, беспрерывно обстреливался артиллерией противника. Несмотря на это, Львов в минимально короткий срок привел свою точку в боевую готовность. Своим бесстрашием поднимал боевой дух своих подчиненных и этим обеспечил прикрытие объекта дымом и дезориентировал противника. За боевые заслуги и проявленную храбрость был награжден медалью за отвагу и также медалью за взятие Берлина. Имеет благодарность главнокомандующего советскими войсками маршала Георгия Жукова.